В Жамбылской области пришел в сознание сельский аким, на которого с ножом напал пьяный односельчанин. Дебошир ранил чиновников в живот, и тот почти неделю провел в реанимации. Врачи пока с осторожностью комментируют его состояние. Пострадавший поступил в больницу с проникающей колото-резанной раной брюшной полости с повреждением поджелудочной железы и геморрагическим шоком первой степени. В срочном порядке была сделана операция. На сегодня состояние больного относительно удовлетворительное. Все произошло в фойе сельского акимата. Нападавший пронес туда нож и набросился на главу округа Уйтал. 46-летний чиновник почти неделю был в крайне тяжелом состоянии. Самого нападавшего задержали в тот же день. Местный житель в момент нападения был под воздействием не только алкоголя, но и наркотиков. Почему он кинулся с ножом на сельского главу, пока не разглашают. Единственное, уточнили в полиции, 42-летний задержанный еще в прошлом году состоял на учете с диагнозом шизофрения.